Ну, инъекции я ставил изначально по чуть-чуть, потом начал увеличивать дозировки. Я именно хочу, чтобы у меня тело было как у Халка, чем у бодибилдеров. Намного. Больше меня ничего не интересует. На данный момент руки у меня самые большие в России. Бывало, мне так говорили, что это некрасиво. Ну, для всех людей это некрасиво. Лично для меня это, ну, красиво, и мне это нравится. Что люди говорят, мне вообще все равно. This is 21-year-old Kirill. He's taken his obsession with bulking up beyond your everyday gym and protein shake. Я занимался стабильно в зале, 2,5 года прозанимался, ел 6 раз в день. Вот, потом меня что-то переклинило жестко, я подумал там, ну, не должно так быть, медленный рост такой, за такой срок, сколько я усилий отдавал, сколько я готовил, сколько я ел. Ну, за такой срок я должен больше намного быть, уже я должен быть реально быть как Халк. Я, ну вот, подумал так, что-то нужно думать. Вот, и что-то я в интернете посмотрел, наткнулся на такую тему, как синтол. Кирилл injected an oil-based liquid into his biceps a year ago, when he was only 21 years old. Since then, he has injected approximately 6 liters of the oil into his arms. Вот так, 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 так. Здесь полностью вот здесь обкалывалось, так, так. А эта часть снизу обкалывалась полностью. Если это бицепс взять, то вот так вот обкалывал его полностью везде. Если трицепс, то вот так полностью обкалывал. Ну, естественно, снизу. Вот здесь полностью обкалывал. Есть некие проблемы. Там бывает воспаление выскакивает там раз в месяц такое. Вот рулетка с единицы начинается. Kirill's biceps now measure around 61 centimeters. In total, he has spent almost $8,000 on the injections. Я как бы его сам не покупал, мне люди просто предложили. Изначально я там паленые масла ставил. Ну, конечно, все говорят, это уродство и так далее. А я считаю, что это красиво, и мне это нравится. Моя семья относится к этому отрицательно. Думаю, нормально, я его хорошо воспитала. Добрый, где-то наивный. Ненормальное явление. Это... Ну, плохо для здоровья, конечно, у него воспалительные процессы периодически бывают. Ну, ничего хорошего нет. Я, конечно, как мать, очень переживаю за это. Я всегда мечтал иметь тело Халка, не только руки. Если честно, меня не устраивает, как я сейчас выгляжу. Фигово, долго жить не будет, зачем просто? Не стоило того. Молодой парень, можно было самому накачаться, как-то продвигаться. Зря просто, я сам по спорту двигаюсь, мне кажется, не стоило вам того. Ну, хайпанул, пацан, ну, стал популярным, но, блин, здоровье. Здоровье не купишь за любые деньги. Люди, блин, отдают миллиарды, чтобы один год прожить. А чувак взял себя, сам убил. Это глупо.
Ну, считаю, парень делает то, что он хочет. Это самое главное. Это не отвлекаться на чужие мнения. Жизнь одна, и нужно делать именно то, что тебе, ну, к чему тебя тянет, в общем. Много раз вот эти. А по одному побраться? Отойди, Карен. Может быть, какой-то выход будет, я все-таки надеюсь. Я уверена, что можно это как-то удалить, не все. Спасибо. Жизнь, конечно, поменялась очень сильно. У меня раньше жизнь была, ну, скучная. Я всегда, у меня хобби было всегда в компьютер играть. Все, мне нравится быть не такими, как все. Я должен быть один, выделяться из всех людей в этой стране. Но чтобы я был царем среди всех, я должен быть номером один. Именно в России. Эти звезды в теме, это царь на небе, это я. Руки-бузуки, Кирилл Терешин.